Начинаем вторую часть. В ней мы поговорим... Начнем с браузеров. Про браузеры, да. Ну, давай запустим два браузера. У тебя там, как всегда, всякая гадость. Это smyday.ru. Прошу заходить. Стой, не дергай выше. Давай, введи адрес. Какой? А, ну да, это же проблема в том, что мне... А что мы... Ой, а что это у тебя так медленно работает? Mobile Review вводи. Ну, я уже готов нажать, я собственно. Тоже. Раз, два, три. К одной точке доступа подключено устройство, соответственно. Вот все загружается. Ну... У меня загрузилось. У меня тоже. Да ладно. А что у тебя адресная строка? У тебя грузится еще, что ты мне рассказываешь? Чего у меня грузится? У меня ничего не грузится. Это ридер. А зачем адресная строка не убирается? А, у меня тоже не убралась. Ну ладно. Слышь, что ты вот смотри, а что здесь нет ничего? Ой, а что это Android не показывает флеш-то, я не пойму. Че ты гонишь-то? А что здесь находится? Смотри, я не знаю, вот у тебя здесь тоже флеш. Давай увеличивай, давай откроем какую-нибудь статью. Подожди, нет. Давай откроем обзор HTC One X, он очень большой. Дойди до него. Вот он. Раз, два, три. Так. Что-то у меня быстрее, по-моему, загрузилось. По-моему, у тебя еще не загрузилось. Ну, как сказать, оно там догружается. У тебя грузится вон адресная строка, видно же по ней. У тебя тоже. Ну и что? У меня когда загрузится, появится ридер, все, у меня готово. Но у меня еще грузится. Почему? Слушай, тут же двухъядерный процессор, наверное, да, какой-нибудь стоит дикий? Где? Четырехъядерный. Четырехъядерный? А что же он так медленно грузит? Короче, грузит еще, подожди. Эй, ребята из HTC, вы смотрите это? А что это у вас так оно работает? Это странно. Да не дергай ты. Да что не дергай? Ты дергаешь, ты мешаешь людям, моему аппарату загрузиться спокойно, он нервничает. Здесь у меня уже все загружено, можно там закладки добавить. Не, я думаю, это пак какой-то, он видишь, он все прогрузил. Давай мы другой обзор попробуем открыть. Давай назад. Давай назад, давай. Вот смотри, я уже на Mobile Review. Да подожди ты. Стой, так, давай, знаешь, что попробуем? Давай мы попробуем открыть... Презентацию HTC, там вот видео есть. Презентация HTC One, давай, раз, два, три. Я позже нажал. Не надо мне для лет вот свои. Да ну не суть. Слушай, а что это... У меня уже все. Все, у меня тоже все. Давай какое-нибудь видео. А, ты хочешь показать, ну, что вот YouTube, скорость, да? Листания, я думаю, одинаковая, да? Нет, ну, Валя забыл. Здесь сюда. Даже Валя забыл сюда видео вставить. Молодец. А нет, не забыл. Или забыл. Ну, не нет, нет, вот оно, вот оно ниже. А у меня-то здесь как я тебе посмотрю? Где, подожди? А, ты же не можешь посмотреть видео-то, да? А, не, могу, вот. Подожди, ну это какое у тебя видео? Ну какое ютубовское, вот оно. Нет, вот у меня презентация HTC One X. Где оно у тебя? Перед камерой это где-то должно быть. Слушай, ну в любом случае, видео вот как бы, хочешь посмотреть? Вот давай я тебе его сейчас открою. А, вот подожди, нет, стой, давай. Вот да, оно открылось. Как ты можешь видеть. Ну, у меня тоже открылось. Видеообзоры Mobile Review. Здравствуйте, дорогие друзья, рад всех приветствовать. Стой, кто это говорит? Роман. Понятно. Давай вот сюда вниз вот как раз. С вами Роман. Я свое видео потерял, короче, ладно. Ну да, в общем, бог с ним. Давай назад. Что мы смогли понять? Нет, нет, подожди, последняя фишка, из-за которой я очень люблю HTC и не люблю iPhone. Вот, допустим, мы открываем снова мой обзор. Где он? Ты увидишь мой обзор? Вот это он, наверное, да? Обзор, да. Вот, мы его открываем. Да. Называется, ну, автоподгонка текста по ширине экрана. Не будем экрана. Забывать, что iPhone открывает быстрее. По ширине экрана. Несколько. Так вот, я думаю, читатели, зрители об этом знают. В iPhone два диапазона, правильно? Вот так вот. Я могу два раза тапнуть, и вот да, так будет. Да, прекрасно себе читать. Да, вот. И если я хочу сделать картинку больше, ну вот я, допустим, слепой и не вижу текст. Так. Вот, то ты мне... Ну, переверни в альбом. Нет, подожди, я хочу вот так, мне так удобнее читать. Хорошо. Вот, допустим, вот такой мне текст нужен, да? Ну, здорово, да? И все, горизонтальный скролл пошел. Ну, то есть, ну... Нет, ты можешь еще в ридер его засунуть. Подожди, ни в какие ворота не лезет, смотри. Здесь я два раза тапаю. Так. Оно, бац, по ширине экрана стало. Еще увеличиваю. Опять по ширине экрана. Бац, опять по ширине экрана. Ну, это клево. Клево? Клево. Это очень клевая фишка, она при любом масштабе делает... Выравнивать текст в дудочку, короче говоря. В какую дудочку? Ну, в трубочку. В трубочку. Вертикальную. Ну, ридер, да, здесь тоже есть вот режим чтения. И что, ты удивил им, что ли, кого-то? Не, никого вот, не пожалуйста, могу удивить, вот, конечно. Вот, смотри, я вот читаю в режиме допустим, ридера. Да?
пожалуйста. Пока ты открыл, я уже читаю в этом же решении. Да ну-ка, ну и что? Ну вот, вот, пожалуйста, читай. И что это оно такое, смотри? Ну, оно странно форматируется. Ну, это жесть. В HTC он работает идеально, смотри. Вот, вся графика сайта убрана, я просто текст и картинки читаю. Ну, хорошо. Ну, да, браузер iPhone чуть-чуть побыстрее. Ну, у меня страница прогрузилась отлично, она просто, ну, адресная строка почему-то показывала, что еще идет загрузка. Это не надо. Даже видео легко там все видно. Короче, как-то. Да, но при этом читать именно сайт, естественно, с браузера HTC намного удобнее. Особенно если у вас там не супер крутое зрение, или вы его бережете и хотите использовать большой крупный шрифт. Зачем спорить с очевидными фактами? Не надо делать яблоко-фанаты. Для меня это удобно все равно. Я не яблоко-фанат, но в любом случае здесь форматирование происходит странно. Там, не знаю, открой что-нибудь. Да что ты открываешь картинку эту? А что? Ну, картинка. Все, успокойся. Вот твоя, вот, собственно, твоя, да, там как бы заметка. Пожалуйста. Ну, здесь лучше, читай. Я тебе говорю. Хоть я вот читайте. Так, я вот так хочу читать. Ну зачем? Мне такой, да, у меня со зрением плохо. Я люблю вот в таком шрифте, вот да, такой шрифт, ну, мне, окей, нравится. А вот так вот мы можем же сделать. И что? А я хочу вот так. Ладно. Вот, смотри, а здесь я могу вот так сделать, видишь? Это здорово, да, я согласен. Все, это здорово. Все, браузер. Собственно, по этому видео мы можем сказать, что браузер в HTC лучше. Он чуть-чуть медленнее, но у него лучше форматирование, у него лучше режим чтения, да? Да. Ну, ты знаешь, скорость решает все. Скорость не решает. Ты сайт единожды поставь загрузишь, сюда, и да, после, окей, этого ты будешь читать, ладно, его. Так что не надо. Safari все равно неплохо. Собственно, HTC победил в этом видео. Закрываем его.